Итак, друзья мои, всем привет. Мне часто задают вопрос, как научиться делать качественные ремонты. Как я? И как потом на этом зарабатывать деньги? Я отвечаю, все очень просто. Не идете к какому-нибудь мастеру в подсобнике. Работаете. И работаете бесплатно. Учитесь. Осваиваете какую-нибудь профессию. Потом следующую. Потом следующую. Потом еще одну. Потом другую. Потом следующую. Ну и лет через 20 вы будете таким же мастером, как я. Вот и все. Но есть способ попроще. Подписывайтесь на все аккаунты, которые будут указаны ниже. Также на канал Перестройка 116 в Ютубе. И следите за новостями. Скоро я вас научу делать качественные ремонты. Да, и не забудьте поставить лайк этому видео и написать в комментариях, чему вы хотели научиться. Все. Все. И все. Все.